мама, Света! Света! Значит, в городе Азове 4 утра от гражданина поступило сообщение о том, что по улице Московской в районе Белиарны на него напали двое граждан, жителей города Азова, и причиняли ему телесные повреждения. На место происшествия, значит, мною была направлена группа немедленного реагирования, после чего данные граждане, нападавшие, были задержаны и доставлены в ОВД. При задержании данные граждане находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, вели себя неадекватно и оказали неповиновение сотрудникам полиции. В результате на данных граждан было составлено протокол административного правонарушения. Они были переданы к нам, содержались в КСЗЛ, после чего были осуждены. По решению суда они были направлены для содержания дальнейшего в ИВС города Ростова-на-Дону. Им было вынесено наказание в виде 10 суток лишения свободы.